Люди не хотели умирать. Мы на каждый стон отзывались, на каждый крик. Один раненый, как почувствовал, что умирает, вот так меня обхватил за плечо, обнял и не отпускает. Ему казалось, что если кто-то возле него, если сестра рядом, то жизнь от него не уйдет. Он просил, еще бы 5 минуток пожить, еще бы 2 минутки.